95-я церемония вручения премий Американской киноакадемии состоялась 12 марта 2023 года, несколько позже, чем обычно, но раньше, чем проходило два предыдущих года. Как всегда, шоу прошло в Dolby Theatre в Avation Hollywood и транслировалось в прямом эфире телеканала ABC. Ведущим шоу вновь выступил Джимми Киммел. Триумфатором церемонии стала фантастическая драма «Все везде и сразу», получившая сразу 7 премий «Оскар-2023». В том числе в номинациях «Лучший фильм», «Лучший режиссер», «Лучшие исполнители ролей второго плана», «Лучшая актриса» и других. Лучшим актером был назван Брендан Фрейзер, сыгравший в картине «Кит». Награду в категории «Лучший анимационный фильм» получил Пиноккио Гильермо дель Торо.